этому празднику провели служебное расследование, изучили вашу биографию. И, друзья, довожу до вашего сведения. Ну, может быть, это ничего страшного, потому что у таких творческих людей должны быть музы. Но до Владимира Константиновича немало было женщин в судьбе. Некоторые из них оставили свои следы прямо на страничках паспорта, некоторые на фотографиях, некоторые в телефонной книге мобильного. Страшно, Владимир Константинович. А вот есть белое пятно в этой биографии. Загадочная тайная незнакомка с латиноамериканским именем Кандида. Кто такая? Почему не знаем? Мы хотим ее узнать. Владимир Константинович, мы требуем Кандиду. Thank you.
Секрет.